еще какие-то растут непонятные. Какие-то типа поганочки. Такой здесь лес. Папорт не растет. Речка вон там бежит. Высота. Сейчас середина декабря, приехал на реку, сейчас иду к месту, где я должен встретиться со своими друзьями. Сегодня попытаемся ловить осетра на речке. Речка небольшая, но осетр водится здесь довольно-таки крупный. Брать его нельзя, но ловить можно. Ловить и отпускать. Как бы сейчас в межсезонье между осенней чевычей и стальной головой. Стальная голова должна вот-вот подходить. Еще пару хороших таких дождей. И рыба появится в реке, в реках. Вот. А пока делать нечего, чтобы побыть на природе. Решил съездить. С друзьями повидаться заодно и, может быть, и рыбу поймать. Так, для спортивного интереса. Ну ладно, там на реке увидимся. Сегодня мы с друзьями приехали на рыбалку на осетра. Осетра брать нельзя, но ловить можно и отпускать. Так что надеюсь, что-нибудь сегодня получится для моих пару друзей. Вот такое здесь место. Не знаю. Тут глубокая яма и водится белая осетра. Так что попытаем счастье. Может быть, что-то и поймаем. Он кидает большой вес, дает опуститься на дно. И она стоит на дне, болтается немножко от течения. И, надеюсь, рыба плывет, схватит. Go, Dave. Got him to commit. My fish is completely gone and drinking. Grab my phone and video. This is my brother. Okay, phone is on your bag. It's over on the Wow.
What's your passcode? 534953. Большая рыба. Feels big? Oh yeah. Come on. Oh, yeah, there's a little spot here. I have to walk a little closer. Большое село, похоже. Сейчас плывет. Yeah, we don't need that shit. Yeah, take him down to the You think he knows if he's hooked yet? I don't think he does. Рыба, наверное, еще похоже не поняла, что ее зацепили. I like where he's at, though. Yeah, it would be easier to land it over there. Just get him over the ledge. Oh no, he's back there. That's a good tagline. No, don't go over there. Now it's time to show Dave the whole of the abyss. Let's go over here. What do you think? 6-7 pounds? Foot? Yeah, it's probably a 6-footer. That's a good one. You never really know until you get him up some of those little ones fighting it through with. Like the surgeon's fishing for you at this point. Такая маленькая река. Здесь водится довольно-таки крупная рыба. Do you feel it rubbing on that rock? You know, hurry up and get this thing in, you're gonna be out of memory on your phone. Yeah, I know, I can tell. Oh! That's a good one. Oh.
Matt, in my jacket? Yeah. Well, maybe. Yeah. There's some gloves. Yeah. Well, there's one of the guys that's here. Go quick, I want you to get him, or he's going to get him in. Again. We're up on the edge. There's another pocket up above that. Where are those different pockets? Congratulations, David. Wow. That's probably like 5 feet, huh? 5 and a half? Yeah, that's a decent one. Got the video on? Yeah, the... Oh, yeah, I get the block, get the feet, yeah, pretty good. You lighting them? Right? You lighting them? That's a white soldier, right? Yeah. Yeah, super. Прошло пару часов. Одну рыбу поймали, было еще пару поклевок. Друзья мои еще остались. А мне надо домой бежать. Кое-какие дела есть. Ну вот такая вот рыбалка на сетра здесь. Северо-запад США.